Глава 2. Зверь был пробужден. Гонщики обычно не светятся здесь, но прошлой ночью в видео, в котором гонщик обходит копа, стало вирусным, множество других гонщиков начали действовать так. Множество представителей закона будут расследовать это дело. И все, кто будут в этом подозреваться, будут допрошены и, короче говоря, подвержены закону. Мы рождены свободными, защищаем авторитет. Мы защищаем статус-кво. Но в один день мы сломались. Ударить 5 гонщиков при помощи персидтех. Есть еще что-нибудь с ход персидом, чтобы я нет? Здесь интерцептор надо получить, здесь серебро в любом эвенте. И выписать 3 слэма, когда вы используете турбо. А, я здесь буду варьировать тогда. Все, что захочу. Так, какой у меня? У меня форд. У него скорость и ускорение просто охерительное. BMW M3 GTS. Еще и за деньги. Не. Так, мне нужно турбо поставить. ESF хороша, Shockwave тоже хороша. Но оставлю Shockwave, она больше помогает. Окей, коплю деньги на что-нибудь прикольное. Перформанс апгрейд. Еще я попробую выполнить испытание Overwatch чуть попозже. Так, какую гонку я проходил? Только что, ход персид, где она? Где я получил бронзу? Где я только что завалился? Сейчас. Так. Сделали бы я невозможность быстро переключаться. А вот она. Это было ужасно, поэтому я должен. 3,5 минуты я гнался. Это было ужасно. Так что погнали. Сейчас нормально пройдем. Мне надо только 3 гонщиков за турбожопить. Здесь сложно уйти от копов, просто охренеть. Они тебя постоянно догоняют, еще чего-то вдруг они на тебя начинают видеть. Ты вроде уходишь от тех, кто сзади находится, а у тебя впереди коммунпост, и что тебе делать? Давайте, я это сделаю заново. Корово! Корово! Я поляк, видимо. Стойте! Корово! Корово вас догонит! О, фак! Охереть! Я все равно отстал! Охереть! А может ресетануть мод? Нет, уже нельзя. Hello. Не знаю, что ты там забыл, но ладно, пока. А вот видите, сейчас он меня догоняет. Кетчуп включился. Видите? Спокойно догоняет. Кетчуп! Нет, все, от него не уйти теперь. Он будет догонять постоянно. Говнюк! А, это был не турбослэм? Окей. Кто-то здесь находится? Кто здесь находится? Кто-то рядом со мной оказался. Ну это, видимо, рам называется, а не слэм.
Пока. Говнюки! Что за херня? Коробочку берут! Фак! Что это было? Нет, снова не туда! Снова не туда, Илья! Илья, снова не туда! Да сраный поворот! Да сраный поворот! Сраный поворот! Я его ненавижу! Вонючий поворот! Слушайте, да почему? Почему погоня продолжилась? Я не понимаю! Что я сделал? Я в спидзону вошел, нельзя что ли этого делать? Окей, наконец-то. Сраный поворот! Вонючий поворот! Ненавижу я его! Как говно собачье! Я еще так прекрасно прыгнул! Вошел шикарно, обогнал всех, от копов избавился, и тут этот поворот! Ненавижу. Давайте, я смогу. Вы же верите в меня? Я вот верю в себя. Саново бич. Ну быстрее! Охереть. Охереть, не въехал я туда. Как это починиться? Мне не везет. Черт. Я еду. Блин, тут даже можно на тормоз не нажимать. В некоторых местах, на некоторых поворотах. А я зачем-то жму. О, фак. Фак. Я из-за того, что выскочил, не смог посмотреть. Точнее, не заехал. Внутрь. Ага, впереди один человек. Где он? До свидания. Я его убил? Ну, я ему, по крайней мере, жопу порвал немножко. Все, сейчас вендетту будет устраивать. Ты чё, охерел что ли? Пошел вон! Совсем баран! Так, я сделал одно испытание, уже плюс. Ах ты собака! Что за херня? Я второй? Окей. Как он выпал с неудачи? Так, поворот! Поворот, Илья! Илья, поворот! Не забывай! Ну блин, я второй. Спасибо, что ты остановился. Ну типа окей. Я в прошлый раз, когда я завалился, проехал лучше, чем сейчас. Неважно. Нихера себе у меня счетчик какой, вы это видите?
Мне нужно... Фак! Опасно, значит? Head-to-head? Нет, никаких head-to-head. Мне нужно в починку. Срочно. Сосать! Не, ну блин, жалко, я этого мужика не разбил. Осторожно, сейчас кто-нибудь по встречке выйдет и все. Я в жопе оказался. Да встань, мне 300 метров осталось. Вот сейчас пока. Почему? Откажу. Не знаю, кому отказал, но отказал. Куда я заехал? Ну и вот тут. Кто здесь? Пошел вон! Он мне турбо, козел, выключил. Я даже не заметил, как он зашел, кстати, ко мне. Ни хера себе. А я погоняюсь, пожалуй, от них. А чё бы и нет. Можно, конечно, пойти в укрытие, и все будет намного проще. Я не знаю, слышите вы меня или нет, я себя сам не слышу. Игра громкая, серьезно, это одна из самых громких игр. Ха-ха-ха! Лошьё! О, фак! Козёл! Нахер пошел. Так, мне нужна починка срочно. Чё ты встал-то? Чё ты встал-то? Отстань! Отстань от меня! У меня всего лишь-то уровень 8, уровень жары 8. Дружище, давай гоняться. Дружище. Я беру испытание. Поехали. Блин, тут не прямая. Я хотел уже как взять и повернуть. Я не знаю, правда, как они связываются друг с другом. О, фак. О, черт! Вонючий комод пост! Ну давай быстрее! Козлы! Вы поставили так не шикарно на дороге. Что мне делать с ним? Ну, кроме того, что объезжать, естественно. Но что кто объезжает, тот лох! Ну ни хера себе они как хорошо бортуются. Так, а вот загонщика прочность важна. О, фак. О май гад, дабл, зачем? На повороте-то! Пошли вон, а чё, нас уже двое? А, нет, это он и был.
А ты козел! Ублюдок! Вау! А, не вписался! Тоже не вписался! Было бы шикарно! Перфектная турбо это было, окей. Да пошли вы! Нет! Мне нужна починка. Упс! Пока! Потеряли меня! О! Ну все, меня разбили. Почему написано то, что... А, SP потеряно, если меня разбивает? Отлично. Вау. То есть это все было зазря, да? То есть все эти SP, которые я заработал, были зазря. Потеряны. Все то, что я сделал, было выполнено просто... Было спущено в корзину. Вот и все. Ноль SP. Пошли вы. Не-не, уберите это, насрать мне на эту машину. Не хочу я на это смотреть, знаете. Вот они примерно так музыку пишут, серьезно, подходит к микрофону и начинает передеть в него. Ужас! Заработать серебро в любом изи-эвенте. За сайдслэме трех гонщиков. Победить head-to-head. Получить серебро в любой ход персид. Достигнуть третьего уровня жары. Блин, это вообще легко. За сайдслэме трех копов. Получить что-нибудь... Ну, я, пожалуй, персид возьму. Пум-пум-пум. Кто там еще открылся? Mustang GT NFS Movie Car. Просто... 5 плюсом. Ну вот здесь есть Ford Mustang. О, это тоже Ford. Смотрите. 5, 9, 4, 3, 4, 7, 6, 4, 5, 8. Я сейчас прочитал все, что было написано. Ну, в общем, скажем так, она, наверное, получше. Но, видимо, это машина из из кинофильма про... По Need for Speed, короче говоря. Performance upgrade. А я могу ее закастомизировать-то? О, да. О, да, детка, ты будешь... Допустим, зеленый. Нет, подождите. Ладно, пусть будет зеленый. Что-то у вас так мало на окрасок дисков. Я не знаю. Не, надо здесь декейлы заюзать. Outlaws! Есть что-нибудь менее гейское? 33... Ши... Ничего не знаю, 69, все. Я увидел, вы сами сказали это сделать, да? Если 69, то тогда я знаю, как назвать это дело. Во! Вообще аналогия сразу есть у вас в голове появилась, да? Неважно. Не, если так, то... Так. А то получится, что бой с капусткой, но не красный. Так, а что там еще? И красные колеса, да, будет супер красный. Нормально. И здесь надо еще что-нибудь выбрать под борщец. Во! Смотрите, она это вообще самая борщовая машина в мире. Никто даже не оспорит ее борщевость. Борщ! Больше борща. Я наконец-то хос, наконец-то меня не приходуют в задницу, если кто-то... Если я буду выходить, а я не буду выходить. Надо еще орать, допустим, в микрофон, мол, ребята, я выхожу, я выключаю сервер, все, хватит. Они такие, ну пожалуйста, ну еще 15 минут, ну подожди. И вот так вот вы 2 часа сидите, выключаете сервер. Не знаю, какую-то херню я сейчас сказал. Получить серебро в любой ход персид. Может снова в ту в ход персид зайти? Я хочу ее осилить.
Блин, ну ё-моё. Ну она ж такая легкая. The Express. Там вообще никого не было. Вообще все эти рекорды это срань. Ну то есть, когда гонки, допустим, да, окей. Но первый раз, когда автолог появился в Most Wanted, там многие рекорды были вообще на удачу поставлены. То есть кто-то мог схватить гонщика за 10 секунд, а другой мог гоняться за ним в той же самой ситуации 5 минут. И тот, кто за 10 секунд его схватил, ну, тому просто повезло. Вот мне повезло один раз, я тех, кто был в списке друзей, обогнал на минуты 2. Ну, давайте, допустим, в Bohemian Rush. Смотрите, стойте. Мне надо поставить кое-что. Да, здесь-то этого нету. Есть что интересное? Ну, Shockwave обязательно надо брать, это крутая штука. Есть второй уровень Shockwave? Ну и пошли вы, понятно вам. Тогда и ESF возьму. Уря! Наверное. И куда я хотел пойти теперь? Вот сюда. Нет. Где-то здесь, куда-то сюда хотел пойти. Вот пересвит же, да. Bohemian Rush сейчас выйдет, Квин будет петь. Неважно. Это что-то тупое было сейчас. Я не помню богемскую... Как она там говорится? Bohemian Rhapsody от Queen. Как начинается. Ну, по крайней мере, не так, и уже это плюс. Большой плюс. Race to the finish line. Окей, бойс. Один минус. Я борщ. Смотрите, у меня даже фары красные. Я такой борщовый, просто охереть. Ну, зашибись теперь. А что, за мной-то не гонятся, нет? Нет, видимо, они за всеми гонятся. Fuck you. Я не знаю, что вы хотели сделать. Меня, что ли, ждали? А, я Shockwave допустил, а не ESF, упс. Дупа-дупа-дупа, дупа-дупа, дупа-дупа-дупа-ду. Охереть, я ESF включил, кто-то врезался в меня. Потрясающе. Ну это просто охереть, а просто охереть. А, меня сразу поставили трассу. И сзади никого нет, потрясающе. Я проехал точно по шипам сейчас. Нихера себе, я ему сейчас хп снял, вы это видели? Вот это нихера себе. Электростатическое поле. А, я не ту кнопку нажал снова. Я хотел Shockwave. Фак, я хотел атакнуть этого говнюка. Дерьмо! Эх, они не круто их поставили. Что происходит? Что происходило сейчас? Я вообще ничего не понял. До свидания, дружок. Я подумал, сейчас врежусь и все. Отлично! Время критический димаг, и по пути не было ни одной починочной станции. Охереть! А почему у меня так никто не скидал? Шикарно! Эти сраные шипы! Слушай, нитро вообще не добавляется, по-моему. Вон, впереди починочная. Надо терпеть.
свидания. Козел, который на первом месте, уходит быстро. Засранец. Я его только подтолкнул, по-моему. Упс. Фак. Я разбил двоих, нихера себе. Еще 2 километра успею. Смогу. Если мне копы помогут. Нихера не вижу. Фак. Охереть. Вау. Это была жесть. Так, срочно. Срочно в хайдаут. Так, окей, я постою, пожалуй. Suck my balls. Suck my balls, скорее. Скорее, suck my balls. Срочно. Они такие сухие. Мехе. Сосать. Я пошел, шикарно ушел. Не-не-не, я свой. Я свой. А чё, за мной гонится, что ли? Ну ладно. Ну и врезайтесь во всю, как дебилы. Ну и до свидания. Все, отстаньте от меня. Спасибо. Неудачники. Я это все сделал. И 60... Сколько-то там тысяч принес. 68. Ошибись. Ну, здесь совсем еще когда быстро проходит. А, да-да-да-да! Говёная музыка! Что за херня? Такое чувство, что кошек насилует кто-то в подвале, и они пытаются вырваться. Вы это слышали?